Я вот сейчас ролики выкладывал 27 февраля и уже 25 марта. И мне написали: выложите, пожалуйста, улицу Андреева. Буквально я перед этим выложил улицу Андреева, прям до улицы Приживальской, прям пишут: выложите, пожалуйста, улицу Андреева до улицы Приживальской. И спасибо. Ну, естественно, я написал, что уже все выложено. И хотя мы снимали Краснознаменную миллиард раз, но все равно... Это у нас, кстати, первый теплый день. Но они были такие теплые, спонтанные. А это теплый день уже конкретно, который весна-весна. Весна-привесна. Потому что еще буквально вчера было достаточно прохладно. И вот попробуйте выбрать. Молодцы, видите, убирают мусор. И попробуйте выбрать сейчас одежду. Хотя перед тем, как выйти, мы, конечно, выходим на балкон. Эх, но все равно тепло оделся. Ну ничего, я зато всегда осенью, в самый морозный день, только снимаю сланцы и шорты. Когда уже выходишь, уже конкретно уже морозяка. Потом понятно, что в машине как бы не замерзнешь. И потом понимаешь, что надо одевать уже штаны. И теплые башмаки какие-нибудь с носками. Здесь у нас будет впереди сейчас, называлось... Психбольница же, да? Психоневрологический диспансер. Диспансер, да, на Краснознаменной. И у нас было выражение, если будешь себя там как-то вести неадекватно. Видите, сколько еще снега? Извините, март. А где она, кстати, была? Вон сейчас подъезжаем к ней. Сейчас вот мы Стахановскую улицу пересечения проезжаем. Для меня-то это улицы прям супер родные. Я вас заставлю родину любить, или как мне написала там Ольга. Я сейчас буду, естественно... У меня всегда проблемы возникают для названий роликов. Но теперь, слава богу, все проблемы, оказывается, решились. Чтобы решить проблему, нужно искать... Это философские такое изречение. Нужно искать рядом. Вот она, вот здесь. Вот здесь. Здесь была? Да, здесь была психбольница. Какая маленькая. Сейчас там, по-моему, всяким малым предприятиям отдали. Кто-то то матрасы делает, кто-то еще что-то делает. И так далее и тому подобное. Теперь у нас здесь шашлык. Кстати, самый для нас лучший в городе, вот если когда нам сильно захочется, хотя уже нельзя, уже изжога начинает. Но иногда все равно мы сюда заходим. А вот баня, в которую родителями мы ходили. Баня на Белинского. По Белинского, да, отремонтировали. Она долго стояла такая, как заброшка.